Уважаемые покупатели, здравствуйте! Сегодня 13 апреля, и сегодня готовятся к отгрузке партии из 5 прицепов ПСП-20 грузоподъемностью 20 тонн в один из крупнейших холдингов Рязанской области. Обратите внимание, что в данном случае покупатель выбрал прицепы с нержавеющими бортами. А напоминаю вам, что мы являемся единственным в Восточной Европе изготовителем прицепов с такой опцией, как нержавеющие борта. У нас есть и борта оцинкованные, есть нержавеющие. Почему выбирают именно нержавеющие? Так как наш прицеп универсальный, может возить и зеленую массу, и навоз. Часто он перевозит навоз, это агрессивная среда, и в этот навоз добавляют какую-то химию для того, чтобы одновременно внести это в почву. И именно поэтому берут прицепы с нержавеющими бортами, которые немного дороже, так как прицеп работает в агрессивной среде. Но несколько слов об этих прицепах. Как я уже сказал, прицеп грузоподъемностью 20 тонн, он на трехосной тележке. Прицеп является флагманом наших продаж. В год мы их продаем более 50 единиц. Может он комплектоваться различными видами петель. Вот в данном случае стоит неповоротная петля на 90. Может комплектоваться различными типами тормозных систем пневматических, и однопроводной, и двухпроводной. И, собственно говоря, он носит универсальный характер. Может возить и зеленую массу, и навоз, и любые другие виды грузов. Именно поэтому эти прицепы так востребованы в животноводстве. Предлагаю вам обратить внимание, что на нашей отгрузочной площадке наряду с этими прицепами находятся еще другие, вот с оцинкованными бортами. Если их сравнить, то мы видим визуально, что прицеп с оцинкованными бортами, ну, как-то более матовая у него поверхность. А смотрим на прицеп с нержавейки. Поверхность как стекло, блестящая. Предлагаю теперь ознакомиться с такой опцией, как навозоразбрасыватель на этот прицеп. Вот, обращаю ваше внимание на навозоразбрасыватель, который я имел в виду. Он может вешаться на задний борт прицепа. Таким образом, прицеп может разбрасывать, вносить навоз. И он съемный, его можно снять, поставить задний борт и возить, например, зеленую массу. Данный навозоразбрасыватель очень надежный. Нашу продукцию можно приобретать через Росагролизинг. Обращаю ваше внимание на то, что навозоразбрасыватель сертифицирован, и он может выступать как объект лизинга. Коллеги, обращаю ваше внимание на задний борт. Его можно снять, поставить навозоразбрасыватель, работать с ним. Потом, когда возникнет необходимость снять навозоразбрасыватель, поставить опять задний борт и возить зеленую массу. Это очень удобно. Как вы видите, уважаемые коллеги, мы продолжаем работать. За последние дни мы чувствуем, что спрос на нашу технику растет. И это подтверждает то, что, несмотря на все то, что происходит в мире, она пользуется спросом и по отношению к импортным аналогам становится более конкурентоспособной. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал. И не забывайте ставить лайки.